На станции Актобе-1 имеется мост, соединяющий районы Алматы и Астана. Однако актюбинцы, проживающие вблизи, привыкли сокращать дорогу через железнодорожный переезд. Что говорят специалисты, запрещено законом и чревато трагическими последствиями. Так называемые народные тропинки как-то даже огораживали забором, однако через некоторое время его привели в негодность. Игнорирование населением правил безопасности тревожит стражи порядка. На жолмен өтуге болмайды. Себеби они мне пешеходный мост, я жанды да пешеход. Основными нарушителями закона являются представители молодежной среды. Чаще всего студенты колледжа транспорта, коммуникации и новых технологий. Среди актюбинцев, переходящих дорогу в неустановленных местах, есть и женщины с маленькими детьми. Только в прошлом году в результате игнорирования правил безопасности на ЖД-путях пострадали 5 человек. Двое скончались. По нашей станции есть три пешеходных моста. Это в северной горловине, южной горловине и центральной горловине. Вот это вот переходной мост. Жители города, игнорируя все эти правила, не соблюдая свои техники личной безопасности, переходят в неустановленных местах, подвергая при этом же себя к опасности. В прошлом году, в 2018 году, по нашей станции именно на перегоне произошли 5 несчастных случаев, из них 2 со смертельным исходом. За нарушение закона актюбинцам грозит административное наказание. Если в первый раз можно отделаться предупреждением, то в следующий придется уплатить в казну свыше 7 тысяч тенге. За истекший период, за 2018 года, нами было составлено более 1000 административных протоколов по статье 559. Часть 5 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Это именно в той части за переход ЖД-полотна не установленном месте. Также у нас проводится на постоянной основе. Самая главная цель – это недопущение. Организаторы рейда не устают напоминать о народной мудрости. Лучше потерять 5 минут, чем всю жизнь. Айсул Махмутова, Манжол Айтмагамбетов, телеканал Ахтубе.